Seid gegrüßt, meine lieben Freunde. In den vergangenen Tagen habe ich mit meinen Partnern gesprochen. Was machen wir jetzt wegen Battle Rap? Weil einerseits, ich liebe Battle Rap, aber andererseits, nach dem einem Video hat es mir wirklich, ich hatte einfach die Schnauze voll. Ja, ständig dieser Krieg, keine richtige Diskussion. Leute haben mir gar nicht zugehört, was ich gesagt habe. Ja, obwohl für mich war wirklich sehr wichtig, dass die Leute sich nicht irgendwie manipulieren lassen, sondern selber im Kopf entscheiden, ja, was ist für die richtig, also was ist richtig, wer hat gewonnen, ja. Sogar Slava KPSS hat in den Kommentaren geschrieben, dass zum Beispiel Topflow besser war und so weiter. Also ich will einfach keinen Krieg, ja. Ich will einfach am Battle gucken und einfach was dazu sagen. Ihr habt eure eigene Entscheidung. Ihr wisst vom Russischen besser als ich. Und ihr könnt natürlich bessere Entscheidungen treffen. So, ich würde gerne dieses Battle schauen. Ich werde offen meine Meinung sagen und ich werde versuchen, so objektiv wie möglich zu sein. Ja, let's go. Одиночный раунд. Бит команды 2 по 05. Это Валя Вальчинский против Соула. Поехали! Yeah, yeah. В батл-рэпе все переплетено. Жалко, тут кукиша нету. Пройти в одну, вторую и проебать там. Передаю эстафету. Серега залетел, пиздорез. Реально подумал, что я дам тебе победу в этом батле. Ебать ты лох. Переломаю людям все стереотипы. Если тебе что пересматривать видос о том, как ты сдох. Что-то походу перегнул ты, Серег. Считай свой стиль, сука, чем-то уникальным. Валишь на битах, тебе владеешь даблтаймом. Через пол куплета потеешь от дыхания. Фейковый пот. Не до МС, я бы на месте на бис тобой вообще не тусил. Hello, Kitty, вы ебанутые на голову. Если подумали, что еще бой перед нам. Твой билет в финал чисто фан-зона. Конкурс песен мне не интересен. Я ебу на битах всех от мата до соло. Слышь, журналист, расскажи нам охуенную историю о том, как работал алтарником несколько лет в церкви, блять. А потом пошел в батл рэп, сучара. Че, приходи в алтарник? Заебись, напарник, берегись, он откроет огонь. Водометами чистил кадила, читал молитвы. Теперь всех зовет долбоебами. Я хуею с вас, сука, чисто. Made in Russia, English, это твой кролик написал. Я в отражении твоих глаз вижу 5.0x2. То ли чудеса? Напрямую бочку делают бэтбарс. Баяны, да хуй с ним. Мы пришли в игру и поменяли жанр, блядь. А игра-то в курсе? Меня волнует только то, что вы стелите гипонаты. Ведь толпа танцует из-за движений на бинопаты. Берега попутанные системные координаты направлены на мой хуй. Истерики тут не надо. Ты лучше расскажи нам, как однажды у тебя не было выбора. Когда на бальных танцах перед тобой засосались два тренера Питера. Real talk. Это травма детства. И тут ни единой шутки. Залетали флешбеки. На батле плейбоя с сыном проститутки. Это переломный момент твоей жизни. Трудно представить после этого, как ты вообще. Но я не понимаю, что хуже, то, что было, или то, что ты писал об этом на ленточке. Че сказал, предъявить тебе нечего. Журналист, нормальный вектор. Но что-то молчит, что он журналист там, где мама пиар-директор. Я вижу в этой суке дохуя дефектов под эффектом. Вас ебану, ну хотели быть в финале, хер там манимейкер. А когда брал управы деньги, я на член тут выдавал абонементы. Бывший медик. И одновременно алтарник в этой стране время лечит. Если напарник будет очень сильно болеть, Сережка пойдет ставить свечи. Раунд, сучки! Okay, zuallererst, ich möchte mich gerne bei Alex bedanken für den Text für dieses Battle. Des Weiteren, ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr erwartet jetzt von der ersten Runde. Man darf jetzt eins nicht vergessen, das ist jetzt so Halbfinale, ja. Die Jungs sind schon auf einem sehr hohen Niveau. Das bedeutet, hier ist nicht nur wichtig der Text, sondern wirklich alles. Alles, was da drum ist. Also Flow, Beat, wirklich Show, alles. Ja? Wir sind immerhin im Halbfinale. So. Es gibt ein paar gute Punchlines, wie zum Beispiel, ich mache euch alle kaputt, von Matt bis zu Soul. Dann gibt es wegen Psyboy ein paar Sachen. Da, auch diese Geschichte mit über diesen zwei schwule Trainer, bla 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 bla. Was ich aber eigentlich interessant finde, es gibt eine Punchline, wo er sagt, dass er das Soul lange Zeit in der Kirche gearbeitet hat. Ja? Das wäre eigentlich eine geile Punchline, wenn das Soul nehmen würde. Ja? Soul könnte sowas sagen wie, ich war vorher in der Kirche und habe euer Battle Rap gehört, sogar ich als Pastor muss jetzt Battle Rap machen, weil ihr keine Ahnung habt, wie es geht. Ja, das wären so, wenn Soul das verwenden würde. Das wäre interessant.
Как вам раунд Вальчинского, народ? Ответный раунд от «Не считая собаки», Соул отвечает на бит 2 по 0.5. Поехали! Пур-пур-пур-пур! Тихо-тихо. Твои рифмы сплошной квадратный корень. Он поможет отыскать тебе дорогу домой. С мотоном у меня было плохо порой, но сегодня мотону будет плохо со мной. Ты говорил, что хотел залететь на All Stars. Расскажи, братан, кому ты там нахуй сдался? Думал, показал грув, показал стайл. Твоя карьера пососал тут, пососал там. Он с собой возит свои своры протеже. Ведь приколы про хуи заценит, кто как не они. Я называю его Банчи. Сухой суперджет. Говно его купает лишь только свои. Робот Вали инфу копает. Ты базарная баба, агрегатор тайн. Не заебало уже рыться в горе мусора, парень. Роешь факты в инете. Копатель онлайн. Ты чего все я поверил, слышь, паль, как так? С нами батлить это глупо, как угнать трамвай. Тут все переплетено, бури не тяно. Потяни за инти звали и потянется тампон. Ну че, пацаны, аниме? Вы не буки машин, вы не бэниме. У нас не было достойных визави, это вздор. Их нет до сих пор. Вы хотели победить, но вы лишь свора балабалов. И лети до потолок, это везде обзоры роллов. И тут за любое слово можно получить срок. Так что ВВ, ты скажешь, ты долбоёб. Все твои медали на батлах стоят ноль. Нахуй все баталии, парень, ты не кобой. Да я попадаю поинт, Валя, нахуй вали. Ты на батлу бизон, я баффало бил. Ты же мастодон, по тебе смены породик. Тот самый ген и крокодил, кто эти мемы породил бы. Ты хоть третий паладин, мы ваши стадо проедим. А вы тут горе коллектив, Галентин плюс один. Без бита грозился разъебать OG. Самому ты не смешно от этих слов, пацан. Кое-как прошел отбор на слово Москва. Но за батлить с туфриком в итоге засал. Ты не голос с улиц, у тебя голос гонит. Читать крыс в подъезде. Включите его раунды закрытыми глазами. Это не рвать на бита. Это голос дети. Ты раскидываешь пальцами дабл В. Я катаю тебе яйцами по губе. Будешь не финала, как не фреш под эффекта. Разгинь дабл В. И воткни в розетку. Похуй нам на хейты, таких как ты клоунов. Гнем свою линию, чего бы нам не стоило. Стоите на коленях, я взяв в руки болт, как чей не спрошу. Ну как вам народ? Говорил тебе плевать на победу. Голос толпы, это, конечно, клево. Но прости, Валентин, я тебя расстрою. Ты сегодня не получишь ни того, ни другого. Отступ просил присылать ему панчи. Серьезный подход, и никак иначе. Мэтт Сол приоткрыл нам Бандоры Ларчик. Теперь-то нам ясно, где Ебанчи-ванчи. Этот человек рифмует выкидыш, выблядыш. Броски пробил своим черепом гроб. Предъяви мне хоть что-то за рифмы, черт. За базар ты не вывезешь, выблядыш, Угрожал расправой? Валя мазохист, хотел жрать собак, теперь смотри, не подавись. Валя любит плов, и мне похуй, честно, будешь жрать его в батле за третье место. Он везде в своей саной кепке, видимо, дело в шляпе, пидор. Какой тебе батл? Нежная фифа, даже стыдишься внешнего вида. Плюс твой брат фанатеет от Джубили, я бы побоялся даже думать о таком. Я тебя тут разорву, ведь не могу по-другому, а могли бы разойтись. По добру, по здорову. И честно, тебя даже жалко батлить. Ты так грезишь стать кем-то в зеркале, но ты вылитый Фредди Крюгер. Что так хочет стать? Фредди Меркури. 2 по 0.5, это монополизм. Ты обосрался, Валя, проснись. Ты за сыгове, ты так любишь кому-то, твой крестный момент. Раунд! Окей. Диза камера. Окей, вау. Ich finde, dass der Beat zu Soul wesentlich besser gepasst hat, finde ich. Ich finde, Soul hat wirklich auf diesem Beat sehr gut gerappt. Ja, technisch war der meiner Meinung nach besser. Ja. Schöne Punchline wie mit Freddy Krueger und Freddy Mercury. Buffalo Bill war wirklich sehr gut. Ja. In Bezug auf. Moment. In Bezug auf Bisons. Ja. Weil Buffalo Bill war Jäger, bla bla. So. Solche Sachen. Das mit Booking Machine war cool. Ja. Wirklich sehr geil. Dass er kein Battle gemacht hat gegen True Freak, glaube ich, heißt er, wenn ich richtig jetzt gelesen habe. Also, ich finde von dem sein Flow, sein Text war ein kleines bisschen besser. Beide waren gut, beide. Aber Soul war ein kleines Stückchen besser. Давай. Ты как и диктатор гулять не ходил, да, Лет? Как кто говорит это? Погоди, я попью. Бля, вы слышали это вообще? Мы только что ему отфлипали, и он флипает ту же самую фразу. Это пиздец. Ладно, Игорь, забей, короче. Народ, как вам этот раунд от двоих команд? Йоу! Выберите победителя этого раунда в голосовании. У нас второй одиночный раунд. На этот раз бит команды, не считая собаки, начинает Тимми против АМа, поэтому поехали!
Наконец-то нормальное музло, пиздец. Окей. Окей. Я. 2 по 0.5, нищета. Впереди. 2 по 0.5, почти как Лукрю. Парни, это капри... Воу! Wie der reinfliegt. Nicht schlecht, ich find's gut. Раунд от двоих команд, йоу! Выберите победителя этого раунда в голосовании. У нас второй одиночный раунд. На этот раз бит команды, не считая собаки, начинают Тимми. Тимми против АЭМа, поэтому поехали! Наконец-то нормальное музло, пиздец! Окей. Йоу! 2 по 0.5, нищета. Школьники спорят, кто впереди. 2 по 0.5, почти как Лукрю. Парни, это копьёт креатив, да? Псу под хвост, собака зарыта. Чё там ещё не твоё собачье дело? Чушь собачья, на этом собаку съел, да? Эй, очки, завали нас этим. Помани нас кормом и поставь на место. Фразеологизма от Вали Вальчинского. Звучит пиздец интересно. Ты читаешь не о том, о чём хочешь, а к чему потом не доебаться. А мне похуй, чем мне там предъявят. Ведь у рэпера должны быть... танцы, но тебе не понять. Встав напротив, ты заводишь собак. Вы прошли не специально. Уши на вас даже текст не писали. Это второй чересчур сероват. Олежа, Дима, Ваня, Петя. Похуй, зато парень в теле, любой масс-саппорт. Я бьет вашего керри. Ты не главный босс, свой хули. Брось микрофон, это танцы, сынок. Мой задержки подход. Хотел вынести псов, но ты бронеигрок. Артур показал вам реальный хип-хоп. Хотя брось, я погнал, Игорь, дальше ты игру, как реальный ковбой. Он стреляет в свою кру. Затмил Валю, убрал ЖК Джо. Ну просто бог, блядь, Орех, что скажете? Да это зашквар, идут поясняки. Не надо мне, просто стало любопытно. Сколько платят на дожди. Долбоёб, это не сильно, ты говно. Ты гандон, кардиофлоу, не ты как лох. Питер накачанный, даже не парится, качая зал, в котором ты занимаешься. Противно, да, ты пиздел на хип-хоп в своем городе. Но ты-то пиздец, это открытие года. Рязанский говор станет горликом, хотя рязанником то. Я 6 лет задавал план по Нижграду, и пиздецки этому рад. Лучше я сдохну ебучим, но неймом, чем буду бутылки под номером 2. Это перебор, когда рэперы готовы трахать себя в рот. Или нет, или да, слетел с турнирки, это не проблема. Ты дисишь охуенно, машин гантеля. Кем стал ты назваться АМ, никнейм мечты? Я не говорю про раскрытие образа, но у тебя тут явные комплексы. На тебя смешно смотреть, слышь, ты чё вспотел? Твой бодибэк это бич-пакет. Ты усиленно качался, но как же так? Ты не Игорь Мысин, ты Саша Шпак. Игорь оттачивал тараторку, в школе рэпа одни пятерки. Ну а хули толку, стань со мной спарринкой. Я тебе мигом поставлю двойко, поставлю двойко, поставлю двойко. За рифмы, за пол ты получишь двойку. За панчи, за ритм, за то, что ты есть. Зато ёбнутый ник, зато ёбнутый фейс. Поставлю двойко, поставлю двойко. За рифмы, за пол ты получишь двойку. За панчи, за ритм, за то, что ты есть. Зато ёбнутый ник, зато ёбнутый фейс. Ich weiß nicht, was gerade passiert ist, aber Timmy ist heiß. Timmy will gewinnen. Einfach dieser Flow, dieser Style. Er hat, ich finde das, meine Meinung. Ich finde, Timmy hat dafür gesorgt, dass das Publikum heiß wird. Also, kein Scheiß. Was war wirklich gut? Ну чё, чё, народ, как вам раунд, йо? В зале пиздец горячо. Нищета! 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 Спасибо, спасибо. Ответный второй одиночный раунд на бит нищеты собак отвечает АЭМ. Поехали! Йоу, пиздата для фристайла, брат. Йоу. Эй, Тимми! Эй, Тимми! Говорят, у тебя нету панчей, но даже это не важно. Как ты можешь победить, если я вынес Жикаджо? Фьюз грустит не по-доброму, ведь вы спиздили Kitchen Records, спиздили все. Я поясню, даже агрессию рифма беса. Флоу Никиты Бошкина, да-да, тебя с ним заебали. Это все цветочки, ведь ты спиздил внешностью Мияги. Ты скромный парень по жизни, но чем точно можешь похвастаться? Продавщицы в магазе у дома явно давненько не просят паспорт. Я должен отослаться к классике, пацаны. Ведь ему даже не 30, ему 21, пиздюк. Но что мы все о плохом? Тимми тоже ставил рекорды, вот на слово. ЕКП! Он сорвал целых 3 релоуда, он сбивался каждый раунд. Это беспощадный диск. На 140 считают, что релоуд это... Зайпись! Твой даблтайм и последним батле, бро, мне нужен декодит. Я смотрел на 0.5 раз 5, нихуя ничего не понял. Зато в зале зашло пиздец. Чаще ют за этот прием, но попытка убрать Артуре так быстро тебя не делаю
бах, лобяком. Хотел меня подъебать питом. Окей, братишка, держись, когда я читаю под эти биты. Представляю, что я Рома Чилз. Гангфингер в твои ебло, стреляю из пальца в упор. Похуй на текст, главное слово, чтоб это в меня забыть ебло. Носил большую цепь, нижегородский 50 Cent. Система дала сбой, Тимур, ведь ты должен на ней сидеть. Безжирный флоу оставь себе, этой победы тебе не видать. Ведь ты пришел разъебать биты, я на них разъебать тебя. Носил очки, большую цепь, азербайджанский 50. Система дала сбой, Тимур, ведь ты должен на ней сидеть. Безжирный флоу оставь себе, этой победы тебе не видать. Ведь ты пришел разъебать биты, я на них разъебать тебя. Раз нахуй. Братан. Okay. Puh, es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Du bist keine 30, er ist 21. Was soll das, was bedeutet das? Okay, der ist 21 Jahre alt. Ist doch sogar besser, oder? Ich weiß nicht, was gerade mit IM los war. Ich mag IM. Für mich persönlich auch ein guter Rapper. Aber irgendwas stimmte mit seiner Stimme nicht. Er musste die ganze Zeit kämpfen. Wisst ihr? Er musste sich zu sehr anstrengen. Und seine Stimme klang ganz komisch. Entweder er hat seine Stimme gerissen oder vielleicht ist er, ich weiß nicht, vielleicht krank. Ich weiß nicht, wie ich das erklären sollte. Ich fand den von Timmy die Runde tausendmal besser. Flowtechnisch, Beat, alles. Das ganze Paket. Ja? Auch Text, finde ich, war bei Timmy etwas besser. Ich würde sagen, Timmy. Это пиздец. Братан, это пиздец. Охуенные танцы просто. А что плохого, что мне 21 год? Я этого не понял. А что в этом такого? Ты мне не нравишься, падла. Я не хочу тебя видеть, но падла. Нахуй. Мне больше нравятся флипы, которые они вчера заготавливали, признаться, это заебись. Которые я же придумал. Не, мы не будем, мы говорим, бля, ладно, это пиздец. Я же придумал, они взяли и спиздили против меня. На вашу совесть, пиздец. Отдыхай. Чуваки. Народ, батл в самом разгаре. Как вам батл? Предлагаю выбрать победителя этого одиночного раунда нашим зрителям в голосовании. У нас третий командный раунд. Тема задания «Без права на ошибку». Начинают «Нищета и собаки». Поддержим пацанов! Дэн Чейни нас очень не любит, поэтому мы третий батл подряд закрываем. Точнее, не последний у нас раунд. Не закрываем. Ну да похуй, ну да похуй. Там понятно, кого тащат. Я, yeah, можно ручки покачать, как будто 90-е. Прикинь такое. Yeah! Okay, yeah, okay, nice beat. Yeah, yeah. Yeah. Свет, камера, мотор. Валя, да ты что, жрать собак? Да в одной второй. Чё тебя понесло? Если честно, ты выглядишь как женщина-охранница. Впервые видел титки лишь на батлю без паники. Лох, сводка черные дыру. Да это изи, 26-й год. На подбородке тащит Игорь Мысин. Нига, беги, перебивай аппетит. Кого перебити? Прямо на этом пути будет пулеман заться в районе груди. Прямая бочка, это чит. Ворчит угрюмый Валя, поправляя, бля, очки. Говорил, что это кал и предъявлял за кривизну. Зато вот ты и твои парни, блядь, их знают наизусть. Ты слепочкой под наши треки, это мы прекрасно помним. У вас головная боль, но это болевый фантомная. Внимание приятно, ведь нам многого не надо. Мы батлим не оппонентов, а собственных фанатов, я. Про вас говорили, что вы любите три Оли. У тебя было три мамы, их было три Оли. Объясни нам, рифмобес, что за три Оли-то, блядь. Я беру свой скейт, делаю три Оли подряд, yeah. Хочу просто доказать, что тащит только Валентин. Два умножить на 0.5 будет один. Вам плевать не в новизну, иди побрей себе пизду. Игорь лежит на мужика, но не Фабрисио Вердум. Да, мы выбирали биты, на ошибку права нет. Чтобы точно угадать, мы решили взять все. Этот ритм и бас для нас, как команда. Бас, лисина, фэгас, ущел, топ-фаш. Эти удары не по правилам, если напротив дауна. Если напротив тех, кто просто не музыкальные. Валя, вроде не велосипед, но везде ходит скачком при себе. Йоу, пиздели что-то там из ЖК. Джона языком нашли точку G каждого. Последствия виды, ты возомнил себе ведущим, следствие вели. Ну ты бейслайн твой рост, 140 удар, молотков твой гроб. Тут на бите ускоряться, зачем эти пуси и так садятся на член? Про этот жест, походу не считали, вы узнаете, что значит он в Великобритании. Валя, Валя, значит fuck it twice again, 2:05, он бы так себе. Я ты говорил, ты не гуф, не птаха, но сегодня твоя очередь лизать собакам. Ты же так любишь шутить про хуи, Валя, get back to back to beat. Мы считаем, чтобы нас упрекнули за перегиб. Ты на батл выше хули, ты пули побереги. И во мне видать финал, теперь еще не примечательный. Простая математика, ты должен понимать это. Валя, не затрогай, неприкасаемый пидор. Мимо показательный, указали на выход. Да, он сторожил на батлах, это так било. Самый неубиваемый из вымирающих видов. Сжигаем вас на тла, как барон Гидон. Вы на
хочу быть и в этой воронке, но не персонали. Гандон спекрал слишком жирный юмор. Подонки, да. И бац в рот, мастер, бац в рот. Ты говорил, и не игрок, почти Горки, наоборот. У него жесткие схемы, он классно валит. Но мы тебя раскатаем, Валек, ты валик. Поэтому так, это Капкан говорил, что ты Валентайн. Типа танк, да, твой клан пал, вспомни Ленинград. Между в Питере, вижу цель, есть пробитие. Перфекционист до мозга, гостей. Но ты забыл текст на Игоре, фейс повернул. А кто? Уехали, знаете, кто приехал? BBC Basket. Батл рэп, это спорт, нет? Батл рэп, это клуб для задротов. Чей не играет на стриме Майнкрафт? Валик лянчит на шмотки. Мой беспощадный диск, как последний раз, чтобы выжил сильнейший. Я даю вам шанс на ошибку, но за этой ошибки ты ляжешь на рельсы. Тингл, тингл, they gonna die. Где же ваш стиль, где же ваш вайб? Тингл, тингл, mistakes were made. Это старый парень, ощути давление. Плевать теперь, какой будет бит, какой будет ритм. Убьем эти гнив. Мы дадим вам огня и оставим тут его. Два бутыля, это фигуры тут и. Тингл, тингл, they gonna die. Где же ваш стиль, где же ваш вайб? Тингл, тингл, mistakes were made. Это старый парень, ощути давление. Но плевать теперь, какой будет бит, какой будет ритм. Убьем эти гнив. Мы дадим вам огня и оставим тут его. Два бутыля, это фигуры тут. Сосите мою жопу, ублюдки! Тингл, тингл. Ау, вау. Also. Moment, ich will versuchen, meine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Beatwechsel. Super Beatwechsel. Der Anfangsbeat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dieser Beat ist einfach geil, ja. Was mir wirklich aufgefallen ist und was nicht viele machen, und das ist das, was die Jungs gemacht haben, und das ist Killer, ja, die haben immer untereinander gewechselt, immer, ja, es gab keine Situation, wo der eine irgendwie 40 Bars gemacht hat und dann der andere 40 Bars, sondern die haben immer gewechselt, so, zack, 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 und das war geil, ja, auch das mit Goof war geil, ja. Super Round. Also jetzt muss 205 einfach besser sein, ja? Weil das ist schon wirklich hoch, Alter. Wow, 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 wow. Как горячо, блядь. Woo. Респект, спасибо большое всем. Третий командный раунд 2:05. Тема задания. Was mir aber noch aufgefallen ist bei den Hunden, sind die Backups. Ich finde die Backups bei den Hunden nicht so geil. Die Backups sind irgendwie komisch. Entweder gibt es keine oder kommt zu spät. Die 205er Jungs, die machen mit den Backups wesentlich bessere Arbeit. Без права на ошибку. Питер, соберите все силы. Йоу, как вам такой панчлайн? Йоу, йоу, йоу. Это 2x0.5 на пяти. Эй, эй, эй. Напротив собака по кличке Тимми, рядом собака по кличке Соул. Если бы их звали Панчлайн с Де Ниро, они бы взяли сезон. Но это не так, тут 2:05, и 2 потомка попросят еще. Да мы не чайф, но если напротив, то каждый знает, каким будет счет. Ваши панчи, как ноги Бердаса, серые чиз. Вот это был бар. Слава был прав, их фаны смотрят не только порно без баб. Самая стрёмная тёлка Рязани тоже хотела раздеться при всех. Мы показали ей ваши фотки, как видишь, её здесь нет. Но тут точно есть признаки Паркинсона. Боя, они явно на лицо. Ведь ты парализован, похуй паре в соло. Yeah! Хана соло, разгибали соло. Эй, Тимми, Тимми, тут самозванец. Твой напарник это фейспалм. Ведь каждый, кто шарит, знает, что настоящий соло это Джеймс Браун. Панчи трут, все перетрут. Вот почему мы тут. Выкупайте, ребятки, вас тащит петло. Значит, то, что вы тут, это заслуга Джанки. Теперь сбитовал рэп. Ты решил этим похвастать. По факту на концерте он просил тот читает рэп. Ты поднял руку, взял майк и обосрался. Так выглядит твой респект. Там тотчас придет конец. Стоит сомкнуть челюсти мне. Батлом точно будет пиздец, если в финале панчи через тире. Yeah. 2:05 на бите. И пока есть те, кто тут ценит это, хуй мы дадим этим педикам превратить батл рэп в дискотеку. Съебались нахуй. Не ошибается только дурак. Важно и дальше верить в мечту. Мы, как и каждый в этой стране, тупо хотим ебать нищету. Сколько тут у нас убийств, если ты утысячи будет переворачивать, это типа летим. Победу тут именами вести, чем не повернуть. Мы пришли ебать нищету. Не ошибается только дурак. Важно и дальше верить в мечту. Мы, как и каждый в этой стране, тупо
хотим ебать нищету. Сколько тут у нас убийств на счету? Тысячи пуль, переворощи по таким и летим. Победу тут именно нами высечен путь, не повернуть. Мы пришли ебать нищету. Говорят, чтобы съесть собаку, сперва ее надо забить до смерти. Освеживать труп, чтоб быстрее жарить, и под живой огонь насадить на вертель. Но они пусть говорят себе, эти киргизы не шарят, как чилить. Я заливаю их соевым соусом, беру свои китайские палочки и тупо наслаждаюсь сашими. Валентин, убей их! Ты долбоеб, если думаешь, что Валя Питок не выделит. Тупо над оботами не будете фаворитами. Этот азербайджанин пытается убедительно впарить им хуетень. Но я не понимаю, как можно так не любить себя, чтобы в полуфинале получить пизды от Фикси. Когда я, сука, шарю, и вот и ты охуительный. Надо быть. В общем, похуй, что там они говорят. Покупайте кофты по 3 косаря. Смекнули это быстро. Вы, видимо, пиздец, артисты. А теперь сука, услышьте меня. Оксимирон, ATM, Дима Шум, Рикев, блядь, Джек Энтони, Чейни. Если вы себе захотите новые кофты, он предложил 6 вариантов дешевле. Говорят, что собачий лай — это не больше, чем просто набор эмоций. Но не все попадают в рай лишь за то, что в команднике пол трясется. Тысячи поводов переписать партию. Пизже намного, чем радоваться алтанцами. Тебе не понять, твоя команда не банда. Твоя команда, сука, встал и скипался, блядь, нахуй отсюда! Не ошибается только дурак, важный дальше верить в мечту. Мы, как и каждый в этой стране, тупо хотим ебать нищету. Сколько тут у нас убийств на счету? Тысячу пуль, переворощив эту тюмень, летим победу, тут ими нами высечен путь. Не повернут, мы пришли ебать нищету. Не ошибается только дурак, важный дальше верить в мечту. Мы, как и каждый в этой стране, тупо хотим ебать нищету. Сколько тут у нас убийств на счету? Тысячу пуль, переворощив эту тюмень, летим победу, тут ими нами высечен путь. Не повернут, мы пришли. Наконец-то дайте мы... шума, народ! Also, meiner Meinung nach ein sehr geiles Battle. Das ist für mich Battle. Das ist das, wie man Leute heiß macht. Ich selber war mit Herz dabei. Beide sehr geil. Beide in der letzten Runde einfach alles gegeben. Was ich mir gerade jetzt am Ende aufgefallen ist, wenn der Beat immer schneller wird und die Leute versuchen immer schneller zu sein, ja, immer schneller zu sein, dann klappt das nicht. Ja, dann klappt das nicht, dann fehlt die Luft und ja, lass das sein. Das war schon gut, nicht Beat schneller machen, ja, so lassen. Was soll man sagen? Es ist ein wirklich sehr hohes Niveau. Ich bin selber gerade ein bisschen überfordert, wem soll ich meine Stimme geben, weil sowohl Hunde als auch 205 einfach geil waren. Letzte Runde, beste. Ich glaube, ich gebe hier niemanden die Stimme, weil für mich persönlich waren beide sehr, sehr gut. Ja, beide hatten gewisse tolle Aspekte, ja, tollen Flow, vernünftige Punchlines. Die Punchlines mit Rem habe ich auch mitbekommen, ja. Die werde ich hier irgendwo posten, ja. Auf Russisch, damit ihr wisst, welche Punchline ich meine. Das habe ich auch schon mal gehört. Deswegen, also tolle Sachen. Wirklich super, super Battle. Super Battle. Ich bin selber heiß gerade. Mehr gibt's einfach dazu nicht zu sagen. Ich gebe einfach keine Stimme am Ende, weil ich finde, beide sind hier am Ende am besten gewesen. Wir sehen uns. Tschüss.